крутились колесе. Вон смотри, сколько разного добра. А теперь... Пакетики есть в продаже? Нет. Темные нету, ничего нет, такого, да? Вот смотри. Две чекушки, насыпки всякие. Ну, инопланетяне. Формы, да, или чего-то? Минаж, нет. Посуда. А, для посуды, да? Да. Это пазл, да? Ну, это да, она разборная. А откуда это все? Мы из Череповца сами изготавливаем. Да? Да? Опа, а где это? У нас мастерская, у меня есть группа ВКонтакте. Миша, смотри! Мастерская находится за пределами города, в пригороде. Где? В сторону Эрдемаски. А, Эрдемаски? У нас мастерская при доме, то есть мы сами изготавливаем и вот выставляемся на ярмарках. В сторону Эрдемаски, да? Но не в самой Эрдемаске, да? Не доезжая, да? Посмотри. Да, да, да. Большой выбор у меня. Это мои работы из глины. Я гончар делаю грушу. А свистульки делаете? Да вот перед носом. Все, да? Да. Что они, как они? 200 рублей. Да вы что, за подарок не отдал? Не-не, я не подумал. Вообще даже ничего не подумал. Вот, смотри. Красивые штучки у вас. Спасибо. А где шоколадок-то продавали? Там дальше? Шоколад? Ручной работы? Да. Нету ее сегодня. Нету сегодня. Не позвали, к сожалению. Завтра на Советском она будет. А, вот как. Приходите. Совы туда-сюда. Ну и тут, значит, Магнум. Пустынный орел. 45-й, походу, да? Да. Ножички. Кто куда стал? Вообще. Давай зарплату. Давай сейчас спросим. Ага. Шлепать. Вот смотри, если умеешь вырезать такие фигуры, по 100 штук в это, в месяц зарабатываешь, по 200. Да, конечно, это не эти фигуры, да, не так. Царь рыбе. Успели. Показал Егор топор.
одного уха у медведя нет. Это откуда? Лосиная Петровская. Лосиная, город Лосиная Петровская. Город Балашин. Где-то откуда из Бакия. Нормально. Куда? Куда? Кузьмич! Кузя! Ну, хулиган! Кузя! 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 Блять! По-моему!
заебались нахуй, блядь, с этими кузями, блядь. Так, вот.